Свежевыловленные мидии. За их загрузкой в котел следят представители Международного агентства регистрации рекордов. Ура! Первую порцию вместе с организаторами засыпал глава курорта Юрий Поляков. Одна из задач, которую поставили в муниципалитете – развивать альтернативы пляжному отдыху. Разнообразие привлекает туристов. Гастрономические, а также агротуры – потенциал, который можно и нужно реализовать. Каждый курортный город на Черноморском побережье имеет свою специфику. У нас своя специфика. Мы позиционируем и пятый год подряд проводим фестиваль Черноморской мидии. Чистая экологическая продукция нашего Черного моря. Мы ее позиционируем, показываем вам. Я хочу вам всем пожелать приятного аппетита, хорошего солнца и хорошего отдыха. Удачи вам всем с открытием этого фестиваля. Процессом руководит Александр Горченин. Ему 31. Поваром работает с 16 лет. А первое блюдо – блины – он приготовил в 10 или 12 лет. Не из необходимости, а по зову сердца. Для рекордной порции мидий выбран самый простой рецепт – лук репчатый, лук порей, петрушка, укроп и лимон, а также белое вино. По словам мастера, смысл рекорда в том, что большой объем сложнее контролировать, а процесс приготовления мидий достаточно тонкий. Остались мягкие, не стали резиновые, да, и морепродукт сохранил свой вкус и качество. Это уже пятый юбилейный фестиваль черноморской мидии в Анапе. 4 года назад здесь же зафиксировали мировой рекорд – 127,5 килограмма. Сегодня он побит. Новая планка – 155,3 килограмма. Первую порцию разыграли на благотворительном аукционе. Затем каждый мог угоститься совершенно бесплатно, а по желанию поддержать начинание. Светлана Федоровская приехала из Иркутска. Там рыба, омуль и хариус. Мидии пробует впервые. Вкусно, очень вкусно. На что похоже? Ну, я не знаю, на рыбу с лимонным соком. Вкусно. Повар молодец. Все просто мы запомнили, теперь будем готовить. Гости города-курорта открыли для себя его новую грань, а организаторы не исключают, что со временем вернутся, чтобы установить новый рекорд. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.